Всем привет! И сегодня мы будем играть в очень такую чётенькую игру под названием Rusty Survival. Это игра, аналог игры Rust для компа. Причем такой очень неплохой аналог. Это пока бета-версия. Тут вот написано пока только инфо. Есть кнопка выход, кнопка опции. И оно все вылетает, блять. И она вылетает, короче, потому что игра говно еще полная, так что где-то дерьмище не качать. Поняли, да? Ну ладно. Короче, вот в опциях можно как-то разглядеть настройки качества. И кнопку назад. Как так можно было сделать, я не понимаю. Ну, чуть-чуть косорукие разработчики. Ну, тут написано вот в инфе. Этот проект, бла-бла-бла, ранние стадии развития, бла-бла-бла, требуются вон программисты российские. Чего российские, не знаю. А, хотя понятно, почему вот тут написано vk.com, id, бла-бла-бла. Короче, понятно, это сделано нашими людьми. Ну, пока сделано не прям круто. Немного так даже косорука. Ну, если все получится у них дальше, это будет топовая игра в Play Market. Так, ну вот мы возродились, да? Вот тут очень высокая чувствительность этого камеры. Вот можно ходить. Не знаю, слышно там шаги в микрофоне или нет, я сделаю погромче. Вот можно бегать. У меня в инвентаре есть всякая хрень. Но для постройки. Я так и не понял, как пользоваться инвентарем, потому что оно... Ну, сами, короче, видите. Много через жопу. И вот эта штука не работает. Так, ладно, надо это закрыть. Как тебя закрыть? Раньше он у меня закрывался. Вот, отлично. Так, нажимая на молоток, это можно строить. Вот берем, строим, да. Тут если топорик найти, вот можно подойти к этим бревнам и сломать. Но они ничего не дадут, вот их можно так перемещать, ходя по ним. Они ничего не дадут, ни ресурсов, ничего, потому что сейчас ресурсы бесконечные. Ну, альфа-версия, ничего не поделаешь. Ну, можно построить что-то вроде дома. Вот так вот, если долго строить фундамент. Потом стену вот из этой фигни. Короче, построить дом вполне реально. Вот что-то это за мячик я не понял, потому что вот он никак. А, это что? Это мячик? А, это ступеньки. Почему они тогда как мячик в инвентаре изображены? Бред. Так, ну ступеньки, я думаю, пока нафиг не нужны, потому что... Хотя нет, удобно. Нет, неудобно. Игра еще и лагает. Нет, со ступеньками пока лажа. Ну ладно. Ну, игра сделана на Unity, но уже достаточно так симпатично выглядит. Деревья, он как в жизни. Практически. Тут также есть небольшие заводы, как в Rust на компе. Сейчас пойдем туда, я вам его покажу. Так, что мы тут видим? Мы видим тут двух волков, которые охраняют так вход. У них анимация очень крутая. Ну, вы видите, они еще бьют меня на расстоянии. Так что я буду убегать поскорее. Так, я полезу по лестнице. Лестница у меня не работает. Потому что... Нет, вообще по ней можно пролезть, но я это не стану делать, потому что иначе меня не убьют. Так, а, вот, тут есть такие бонусы, типа, суперскорость, такой, оп-оп, аж текстуры вылетают, тут бегаешь, это спидхак просто, это читы, знаете, это пока на стадии разработки, потом читы будут продавать школьникам, как донат, они будут их покупать, и читерить на чувак, ладно, меня убьют, короче, наверное,
Я все-таки залезу по этой лестнице. Нет, я не залез. Вздыхаешь почти так же, как и нормальная PC-версия. А вот топорик лежит, отлично. Вот. Вот, нажимая на плюсик, можно атаковать. Можно убить волка, но я не буду туда идти. Я могу сдохнуть и потерять топорик. Вот, свои постройки нельзя рушить. Когда по ним хреначить, если такой звук, как от камня или от металла, да? Короче, рубить тут ничего нельзя. Можно вот подойти к дереву. Подойти и помахать нему. Прицелиться. Подойти еще ближе. Ну, короче, не работает. Можно построить ступеньки. Нет, ступеньки не прикольно. Он так ходит с ним, как с факелом, с этим топором. Рука такая. Так, ну, я же говорю, вот бревна может не подойти. Все. Ни ресурсов, ничего. Я так думаю, месяцев еще 4 надо, чтобы эта игра стала хоть даже и не мультиплеерной, но похожей на раз на компе. Вот это дерево, звук, слушайтесь. Как металл какой-то. Ну, вообще бред. Можно топорик спрятать, так вот, оп. Потом идешь такой. Оп, оп. Я только не понимаю, почему атака плюсом обозначена. Но вот еще мне что очень нравится. Он дерется этим топориком так, словно он тут ниндзя. Такой. Харакири, хуя! Удачу! Не, серьезно. Вот что это за движения такие? Прям вообще круто. Вот для чего вот эта вот кнопка рюкзак, куда вот я сейчас тыкаю, хрен ее знает, потому что она не работает. Круто так идти топором махать. Ну ладно, я все-таки попробую убить одного волка. Но тут еще, типа, кроме этого спидхака, есть другие бонусы. Это восстановление ХП, броня, по-моему. Еще какая-то хрень. Ну все, они меня завалили. Я вообще убивал одного волка. Но потом сам вздыхал. А, это щепка, я думал, это топорик. Ну, короче, топорик я там просрал, где сдох. Туда идти я уже не буду. Смысл. Вот, кстати, ресурсы сами по себе спавнятся. Вот тут ее не было. Вот, я сдох, она соспавнилась. Вот так вот можно фундамент возвести сначала, так долго и кропотливо. Можно вот так вот, как я, взять, подойти. Ну, давай, стройся. Или тут уже ограничения по ресурсам. Походу, я сломал игру. Он больше не хочет строить. Да. Ну, короче, вот. Он прогружает долго, потому что еще игра не идеальна совсем. Я так понял, эта игра специальная, симулятор препятствий, строительство препятствий. Вот берете ресурсы, да, и строите препятствия, а потом так. Черт, она еще лагает. Потом берете так вот полоса препятствий, волков к себе приманиваете оттуда, потом так. Оп! Оп, и сразу прошел военную подготовку, и в армию не надо идти. Так, раз, прошел полосу. Оп, оп, все. В этом прикол игры. Ну, мне, честно говоря, деревья тут напоминают ёршики от унитаза издалека, пока они не прогружены. Вот представьте, это сейчас наоборот повернуть, это же ёршик для унитаза. Хорошо, что в игре есть солнце. Да, но оно сильно недвижимо. Ну, а вот облака движутся еле-еле. Но это хорошо. Еще главный герой постоянно сопит, когда стоит. Видимо, у него насморк. Поэтому он не может стоять спокойно и молчать.
Ну, вот, типа ангар там. Ну, постройки как построить, ничего особенного. Там два волка. Ну или волка, как хотите. Сейчас они меня снова завалят. Если догонят, конечно. Ну, вот просто ржавый ангар. Да еще и подлагивающий. Вообще это не лагает, это просто слишком вот высокая чувствительность управления, которую даже настроить нельзя. И это тупо. А так карта в принципе большая, так можно долго идти. На ту гору не пробовал заходить, но мне кажется, в принципе это можно сделать. А, вот еще, дорогие разработчики, а где вашу мать трава? Или по-вашему вот эта вот земля с зеленой хренью и желтой, это трава, да? Так похоже на траву прям, как в жизни. Не, ну я не говорю, что без травы играть плохо, ну... Её можно было хотя бы нарисовать плоскую. А то это уже совсем. Это вот трава, что сейчас на земле, это трава вид сверху. Просто. Вот, короче, я на гору убежал. Сейчас, может, дойдем до края карты, посмотрим. О, край карты, круто. Опа. Это прикол. Это что такое? Это что, солнце? Вы серьезно? Белый мир. Белый мир. Я попал в рай. Если я буду бежать на белое, там рай. Блин, я не могу попасть в рай. Жаль. Рай. Мир. Рай. Мир. Рай. Мир. Я не могу попасть в рай, так что я побегу обратно в мир. Ну, короче. О, прикол, я подпрыгнул и потерял жизни. Вон, где мало построек, они еще строятся. И не так тупят. Хотя, если честно, тупят. Да, еще мне нравится, как-то так пустыня немного не гармонирует с травой. По крайней мере, по-моему, это пустыня. Ну, так, частично. Ну вот впереди сейчас, да, по прорисовке можно понять, что это пустыня. И ничего другое. Ну ладно, это в принципе все, что можно пока сказать. В общем, об игре. Ну а так, игра классная, если еще удастся сделать так, что она станет таким топовым хитом. Будет... очень здорово. И можно будет смело сказать, что наши россияне сделали еще одну хорошую игру в Google Play, не считая Cut the Rope. О, волки. Сейчас я им построю дом. Эй, пацаны. А-а-а. Да, но они пока бегают как танки. И бьют меня неестественным образом. Посмотри на него. Вот, тут есть зато смена дня и ночи, вот. Сейчас будет ночь. Ну, скоро. Но когда я заходил в игру, был день. И ступеньки прыгают. Ладно. А, ну да. Еще после возрождения обычно бывает шатер. Но шатра тут у меня нет. Зато есть бревна, которые можно передвигать ногами. Ну ладно, это в принципе все. Всем спасибо. Всем пока. С вами был... Nokia 6320. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А не то выебу мамку. Ну да ладно. Всем спасибо. Всем пока.